4 мая в Лас-Вегасе, США, мексиканский чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес проведет объединительный бой с чемпионом IBF Дэниелом Джейкобсом. Известный аналитическими выкладками на канале ESPN Teddy Atlas, который сейчас работает с украинцем Александром Гвоздиком, считает Канело фаворитом лучшего на 2019 год поединка в дивизионе. «Я увидел, что Дэнни может быть очень уязвимым в бою против Канело, потому что во встрече с Деревянченко он пытался выглядеть скользким, лучшим боксером, чем он есть на деле. Он же вообще не двигал головой и часто не держал ручки на месте. Это было безответственно, техничный боксер должен выполнять эти элементы. Канело за такое может наказать, как и за то, что Джейкобс застаивается. С другой стороны, говорит Атлас, у американца довольно быстрые руки, и он, вероятно, будет больше танцевать при встрече с Альваресом, в смысле, боксировать по классике и быть легким на ногах. Рано пока что-то прогнозировать. Но если бы мне пришлось, я бы поставил на Альвареса, просто считаю, что он будет находить Дэнни ударами как в голову, так и в туловище», — туманно выразился Тедди. Бывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Джордж Гроувс объявил о завершении карьеры. Британец сообщил об этом через свою официальную страницу в Инстаграме. В заявлении Гроувс был слишком многословен, расписав его на целых 5 страниц. В послании Джордж благодарит за поддержку на протяжении карьеры тренеров и команду. Также боксер подчеркнул, что не хочет уходить из спорта по причине возраста или травм. И именно поэтому принял решение уйти в 30 лет. Последний поединок на профессиональном ринге Джордж Гроувс провел в сентябре 2018 года. И досрочно проиграл в финале всемирной боксерской суперсерии Каллуму Смиту. За годы карьеры Гроувс дважды проводил поединки с Карлом Фрачом. Также боксировал с Баду Джеком, Федором Чудиновым и Крисом Юбенком-младшим. Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор пришли к соглашению с атлетической комиссией штата Невада по делу о потасовке на турнире UFC 229, сообщает Las Vegas Review Journal. По информации издания, и россиянин, и ирландец не будут присутствовать на дисциплинарном заседании комиссии, которое состоится сегодня, также слушания не посетят фигурирующие в деле Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, тоже подписавшие соглашение со штатом Невада. Сегодня комиссия в составе 5 человек должна проголосовать, принимать условия этого соглашения или нет. Тем не менее, все фигуранты дела получат отстранение от боев и денежные штрафы. Напомним, на арене после UFC 229, где Нурмагомедов победил Макгрегора, началась драка. Хабиб перепрыгнул октагон и напал на спарринг-партнера Конора Дилона Дениса. В то же время в клетке Макгрегор подрался с членами команды Хабиба Абубакаром Нурмагомедовым, Тухугавым и Исидула Эмирагаевым. Triple G!